Первоначальная программа в 2018 году запланировано выполнение ремонта 12 участков автомобильных дорог. Но планы в Министерстве транспорта поменяли после проведения торгов. По их результатам удалось сэкономить 110 миллионов рублей. Благодаря чему отремонтировали еще несколько участков дорог в населенных пунктах, входящих в ростовскую агломерацию. В Донской столице большая часть работ уже выполнена. Если посмотреть на наш город, мы видим, насколько улучшилось состояние дорожного хозяйства, насколько улучшилась разметка, знаки. Мы приобрели или привели в порядок в нашем городе, благодаря дорожникам, все 9 въездов, по-моему, столько вот количества, и выездов из нашего города. В ростовской агломерации проживает 2,5 миллиона человек. Основная транспортная нагрузка приходится на дороге в радиусе 100 километров от областного центра. Привести их в качественное состояние, а также сократить места концентрации ДТП – главная задача программы «Безопасные дороги». После строительства зачастую постоянно это бывает, что после строительства и не выдерживаются сроки межремонтные. Поэтому дороги в плачевном состоянии, соответственно, то, что включили нас в программу, это существенно повысит качество и дорог. Всего до конца 2018 года планируется отремонтировать более 60 участков магистралей, общей протяженностью около 100 километров. На 2019 год у нас совершенно другие планы. Мы планируем расширить границы городских агломераций, и вместо одной это будет 3 агломерации. То есть это будет ростовская агломерация, таганрожская и шахтинская. Пока мы такие предложения направили в Федеральное дорожное агентство, надеемся, что их поддержат. Все задачи, поставленные на 2018 год, планируется завершить к ноябрю. Анастасия Кованцева, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону.